Всем огромный привет! С вами Оксана, и в этом видео мы вместе с вами свяжем вот такие вот носочки, укороченные, закругленные, вот такой вот, смотрите, такая вот закругленным задником и пяткой бумеранг. Эти носки можно использовать, остатки пряжи, что я и делала, в принципе. Так. Эти носки связаны у меня на размер где-то 38-39. Если у вас стандартная ширина ноги, то можно связать и до 40-го, я думаю, 42-го размера спокойно. 3 года назад у меня выходили уже носки вот с таким задником, но я и решила их усовершенствовать, так сказать. Мне не нравилось, что здесь был такой резкий переход, да, и как бы квадратно смотрелось, поэтому я добилась того, что сейчас здесь, вот смотрите, такой плавненький овал и пятка-бумеранг. У меня просили в моем исполнении пятку-бумеранг, и я ее сняла вот в этих носочках. И давайте перейдем к пряже. Пряжу я взяла вот такую носочную, Alize Artisan. Мне она приходила с интернет-магазина пряжа.су. В первом комментарии я обязательно прикреплю ссылку на эту пряжу. И также промокод на скидку 5% в данном интернет-магазине на весь ассортимент. Не обязательно на носочную пряжу, на любую пряжу. Так, для этих носков можно взять, конечно, любую носочную пряжу. Это 100 грамм 420 метров, 75, по-моему, процентов шерсть. Там, где они пишут, вот здесь. 75% шерсть и 25% полиамид, благодаря чему носки не будут протираться. Так, этот цвет у нас 11, и оранжевый цвет это у нас 336. Всего на носки у меня ушло 42 грамма пряжи. Поэтому если вы захотите вязать их одноцветными, одним цветом, то вот надо всего лишь 42 грамма. Спицы я использовала вот такие вот на леске. Можно взять 2, либо 2,5. Все зависит от вашей плотности. Я вяжу слабо, поэтому беру спицы 2 в основном. Если хочу, чтобы носочек пошире был, то 2,5. А можно вязать на 5 спицах. Вот так вроде бы все о носках рассказала. Ну и давайте приступим к вязанию. Так, начинаем с оранжевой ниточки. Вот с этой части. Ну или у вас другая. Отмеряем хвостик, как всегда. Будет обычный набор петель. Так, отмерила. Берем спицы. Складываем вот так 2 вместе. И набираем 61 петлю. Делаем первую петлю. И дальше набираем 61 петлю, но туго не затягивайте, так как по краю потом мы будем набирать петли, поэтому туго эту сторону не затягивайте. Если у вас с этим проблема, то набирайте на вспомогательную нить. Я буду сразу набирать и потом поднимать петли. Итак, набираем 61 петлю. На 60 петлях мы будем вязать 1 петля для замыкания в круг. Самым обычным способом. Вот я набираю, видите, туго не затягиваю. Слегка. Все, я набрала 61 петлю, приготовила один маркер. Вытягиваем одну спицу и соединяем в круг. Если вяжете, как я, то в двух местах надо вытолкнуть леску. И внимательно смотрите, чтобы петли не перекрутились. Поэтому придерживайте пальцем и пальцами вот так смотрите, чтобы ничего не перекрутилось. Вот у меня вроде бы все в порядке. И замыкаем круг. Так, с левой спицы на правую переносите петлю, подхватываете. С правой спицы петлю вот так продеваете, скидываете. Подтягивайте и возвращайте эту петлю обратно. Все, у нас теперь 60 петель. Подтягиваем хорошо, одеваем маркер, чтобы обозначить начало ряда. И будем по кругу просто вязать
лицевую гладь 8 рядов. Просто самым обычным способом провязываем 8 рядов только лицевыми петлями. По кругу вот так. Так, смотрите, я провязала вот 8 рядов. Вот так. У меня получилось. И смотрите, распределила на 2 спицы. Вот начало ряда. И как я распределила. Вот так. 30 петель на одной спице и 30 петель на другой спице. Сейчас будем вывязывать вот эту заднюю часть носка. Далее я здесь распределила петли. Вот начало ряда. Вот оно. 30 петель. От края отступила вот 3 петли и поставила маркер. Потом 2 петли. Вот 2 петли. Маркер. 2 петли. Маркер и 2 петли маркер. Всего тут 1, 2, вот 3, 4 маркера. С этой стороны точно так же поставила 3 петли маркер, 2 петли маркер, 2 петли маркер, 2 петли маркер. И посередине у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Если вы хотите повыше вот эту часть, повыше, то еще добавляйте здесь, вот тут еще можно выше сделать еще на 4 ряда. Все, сделали. Теперь давайте я теорию расскажу. Мы будем вязать поворотными рядами, и где вот эти маркеры, будем разворачиваться туда-сюда, будем вязать. Маркеры я поставила для наглядности, чтобы вы не запутались. Вы тоже поставьте маркеры, там вам будет легче. Теперь мы будем вязать только заднюю часть носка. Перед пока трогать не будем. Так, сейчас мы довязываем вот до вот этого крайнего маркера. Вяжем просто лицевыми петлями. Так, довязываем до самого крайнего маркера. Эти все маркеры мы проходим. Так, смотрите, я дохожу до последнего маркера. Вот, крайнего дошла. Все, довязала. Вот он маркер. Убираю его, разворачиваю вязание. И теперь надо сделать двойную петлю. Снимаю на правую спицу петлю и перекидываю вот таким вот образом, чтобы получилась вот такая вот двойная петля. Перекидываем нить перед работой и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Я вяжу бабушкиными изнаночными петлями, не классикой. И довязываем сейчас изнаночными петлями до крайней петли. Вернее, до крайнего маркера, где у нас стоит самый последний маркер. Мы будем двигаться до крайних маркеров. Так вот, перекинула один маркер, 2 петли, маркер, 2 петли. Маркер и 2 петли. Все, дошла я до крайнего маркера. Убираем его. Разворачиваем вязание. Снимаем первую петлю. И теперь нить на себя вот так перетягиваем и подтягиваем хорошенько, чтобы образовалась вот такая двойная петля. И вяжем снова до крайнего маркера, теперь лицевыми петлями, так как мы вяжем это по лицевой сейчас стороне. И доходим до крайнего маркера снова. Вот, смотрите, я провязала еще 2 лицевые, убираю этот маркер, разворачиваю вязание, снимаю петлю и перекидываю от себя, подтягиваю, двойная петля перед работой нить перекидываю и вяжу в обратную сторону и изнаночными петлями.
Дохожу до маркера крайнего, дошла, убираю его снова, переворачиваю вязание, снимаю петлю и перекидываю на себя. Двойная петля образовалась, и дальше вяжем. Снова повторяем все эти действия. Дошли до маркера снова. Убрали маркер, развернулись, сняли петлю, перекинули от себя, подтянули хорошенько, перекидываем нить и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Перекинули 2 изнаночные, убрали маркер, развернулись. Развернулись, перекинули петлю, подтянули на себя двойную, сделали и вяжем лицевыми. Осталось еще чуть-чуть. Дошли здесь мы до последнего маркера, убрали его, развернулись, сняли петлю, перекинули и в обратную сторону вяжем до последней точки разворота. Дошли до последней точки разворота, все, и убрали маркер. И теперь мы сделали, вот видите, вот сдавка она получилась. Теперь на уменьшение будем делать. В обратную сторону все будем. Теперь в точках разворота будем провязывать и еще одну петлю и разворачиваться. Начинаем. Так, здесь снимаем петлю и перекидываем. Это еще у нас точка разворота, да? Вяжем лицевыми петлями в обратную сторону снова теперь. И смотрите, я дохожу до двойной петли. Вот она, двойная петелька. Я спереди ее вот так вожу в обе ниточки прям и провязываю ее лицевой. Провязала. Следующую лицевую, вот которую мы вязали, я провязываю лицевой. И на ней я разворачиваюсь. Снова снимаю ее и перекидываю. Получилась двойная петля. Петля. Раз, перекидываю ниточку, вяжу в обратную сторону изнаночными петлями. Довязала до двойной петли, вот она, двойная петля. Здесь я провязываю вот так, захожу вот целиком, провязываю ее изнаночной и захватываю еще одну вот петлю. Изнаночной. Захватила, развернулась, снимаю ее на правую спицу и перекидываю, делаю ее снова двойной. Вяжем в обратную сторону лицевыми петлями. И дойдем до двойной петли. Но здесь теперь у нас надо провязать, смотрите, раз, два, две двойной петли и одну лицевую. В этой лицевой, которую мы будем разворачивать. Поэтому провязываем вот целиком вводим петлю, спицу, провязываем одну двойную петлю, вторую двойную петлю и вот эту лицевую, которая простая у нас. Провязали и разворачиваемся. Снимаем.
Перекидываем нить, чтобы образовалась снова двойная петля. Вяжем в обратную сторону изнаночными петлями, пока не дойдем до двойной петли. Петли я здесь не считаю, нет смысла, мы просто видим двойную петлю и начинаем провязывать ее. Вот я дошла до 2 двойные петли и 1 вот обычная. Провязываем 1 двойную петлю, вот целиком ввожу, провязываем 1 двойную петлю, сзади заходим, как вы видите, 2, 2 и простую петлю. Разворачиваемся и вот так теперь повторяем. Теперь у нас будет повторение, можно сказать. Снимаем, перекидываем, подтягиваем, вяжем лицевыми. И надо дойти снова до двойной петли, до 2 двойных петель. Так. Чуть-чуть, вот, уже дошли, вот, 1 двойная петля, смотрите, когда лицевой вяжете, спереди заходите, провязываете, 1 двойная петля, 2 двойная петля и обычная лицевая петля, развернулись, не забыли, сняли, перекинули, подтянули и вяжем в обратную сторону до двойных петель. Вот, дошли до двойной петли. 1 двойная петля, 2 двойная петля и обычная петля. Развернулись. Перекинули обязательно на себя. Вяжем в обратную сторону лицевыми. Дошли до двойных петель. Вот 1 двойная петля, 2 двойная петля и простая. И получается, мы все закончили, да? Петли, да. Мы их закончили, поэтому смотрите, здесь идут 3 петли, да? Мы провязываем вот 1 петельку еще из 3. Разворачиваем вязание. Вот здесь осталось 2 петли. Вот эту петлю перекидываем, снова закидываем на ту сторону. Перекидываем петлю, вяжем изнаночные петлями и до двойных петель. Дошла до двойных петель, провязала 1 двойную петлю, 2 двойную петлю и еще 1 петлю. Провязала, здесь осталось 2 вот петли. Вот, развернулись. Здесь вот у нас 2 петли, здесь снимаем петлю и перекидываем. Все. Далее начинается круговой ряд. Это мы начинаем первый круговой ряд. Нам надо снова связать 8 круговых рядов лицевой глади. Это у нас вот внутренняя часть манжета, это внешняя будет. Вот задник готов, вот так он будет сворачиваться. Начинаем вязать и делать отсчет круговых рядов. Так, я отметила себе, что я начала вязать первый ряд.
по кругу и начинаем просто провязывать лицевыми петлями по кругу. Здесь как раз последняя еще двойная петля будет с одной и со второй стороны. Вот двойная петля, мы ее проходим, как обычно вязали, еще 2 лицевые и начинаем вязать переднюю часть носка уже по кругу. Вот эти 30 петель еще. Так, провязываем эти петли еще. Я довязываю вот до начала ряда. Начало ряда у меня обозначается вот ниточка, да? И переходим, вяжем второй круговой ряд. И сейчас покажу, как провязать двойную петлю. Здесь она немножечко по-другому провязывается. Так, вяжем вот 2 лицевые. И смотрите, вот направление, вот так вводим спицу, смотрите, берем 2 ниточки. Вот спереди входим, вот так провязываем лицевой. Видите, направление не меняется. И все, и вот так мы дальше продолжаем вязать. Это у нас второй ряд получается уже. И еще, значит, нам надо связать 6 рядов самостоятельно. Теперь провязываем еще 6 рядов. Видите, дырок здесь ничего нет, благодаря вот этим перекидываниям нити. Все, провязываем еще 6 рядов. Так, я провязала 8 рядов. Вот что получается, да? Вот, оно вот так завернется вот сейчас. Так, дальше, вот ряд. Заворачиваем внутреннюю сторону. Вот, внутрь. Вот здесь по краю косички сейчас будем вот соединять. Можно соединять во время вязания, можно вот так взять спицу, и вот идет косичка, вот начало ряда, вот она первая петля, поднимаем, далее вот она, косичка идет, мы вот так обвиваем и набираем петли, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. И я набираю 31 петлю, чтобы потом, когда вы 2 вместе будете провязывать, вот эти петли подтягиваются сильно. И можно и тяжело потом найти. Так, вот, набрали, да? Теперь начало ряда, вот оно, складываем. Тоже выталкиваем вот эту спицу, чтобы их соединить вместе. Вот, вместе их соединили. Берем рабочую нитку, не перепутайте с хвостиком. Хвостик убираем, вот она рабочая нить у нас. И берем и провязываем с первой спицы, захватываем, и со второй спицы захватываем петлю и провязываем лицевую через обе спицы с одной и со второй. Скидываем снова с этой стороны, провязываем и скидываем с одной стороны, со второй, вот, провязываем и скидываем. И вот так соединяем. Все легко и просто. Все, и вот так соединяйте по кругу. Сейчас эти 30 петель, потом наберем со второй стороны 30 петель и все. Все, смотрите, манжетик готов. Вот такой плавненький, смотрите, переход. Вот, аккуратный, плавный.
Вот так по кругу смотрится. И далее вяжем лицевыми петлями один ряд. И далее будем переходить к пятке бумеранг. Провязываем просто один ряд лицевыми петлями. Просто вот так по кругу. Все, ряд провязала. Далее будем вывязывать вот эту пяточку бумеранг. У меня она, смотрите, идет зеленым цветом, поэтому я буду вязать сейчас зеленым цветом. Если вы вяжете однотонно, то продолжайте вязать. Так, пятка у нас идет вот с этой стороны, да? А так как это пятка бумеранг, то я вот эти 30 петель делю на 3. И ставлю маркер вот 10 петель, 2, 4, 6, 8, 10 и ставлю маркер. И со второй стороны тоже так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель ставлю маркер. Если у вас другое количество петель, то на середину просто оставляйте меньше, либо больше, если даже не четное число. А здесь надо обязательно, чтобы было четное число. Далее будем вязать просто укороченными рядами, точно так же, как вот это, поворотными. Только будем захватывать по одной петле каждый раз. Так, я буду вязать зеленым цветом, поэтому я беру зеленую нитку и начинаем вязать. Если будете так же, как я, полосато вязать, нить другого цвета не отрезайте. И продолжаем вязать. Так, вяжем лицевыми петлями до крайней петли. Так, вот я довязываю лицевой петлей. Смотрите, разворачиваю вязание. И как мы делали снова, точно так же идем. Снимаем петлю, перекидываем от себя, образовывается вот такая двойная петля. И вяжем в обратную сторону до крайней петли. Но здесь еще такой момент, так как я вяжу другой нитью, да, здесь мне надо будет вот эти две нитки связать. Вот. Потуже сейчас завяжу, чтобы здесь не образовалась дырочка у меня. Вот так. И довязываю этот ряд. Вот провязываю последнюю петлю, разворачиваю вязание, снимаю вот эту петлю снова. И на себя перекидываю, и образовывается вот двойная петля. И вяжу лицевыми петлями в обратную сторону до двойной петли. Смотрите, вот я дохожу до двойной петли. Ее очень хорошо видно, вот она двойная. Останавливаюсь, разворачиваюсь, перекидываю петлю. Снова двойную ее делаем. И вяжу в обратную сторону снова до двойной петли. Смотрите, вот дохожу до двойной петли снова. Вот дошла, провязала. Двойная остается снова, разворачиваюсь. Обязательно снимаю петлю, перекидываю, снова делаю ее двойной. И вяжу в обратную сторону лицевыми петлями. Я думаю, принцип понятен. Да? Вяжем теперь туда-сюда. Пока с одной стороны. Вот здесь не будет 10 двойных петель. И здесь до маркера 10 двойных петель. Так, самостоятельно это давайте провяжите. Так, смотрите, я провязала. Вот здесь у меня 10 двойных петель. Вот. Если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 двойных петель. Здесь пока 9 двойных петель, но сейчас вот здесь я развернусь, и будет тоже двойная петля. Далее вяжем 2 круга. Вот видите, у нас вот треугольничек образовался. Вяжем 2 сглаживающих круга. Сейчас покажу, как провязать двойные петли. Здесь не забываем вот сделать двойную петлю. Снимаем, перекидываем на себя. Перекидываем маркер. И вяжем лицевыми петлями.
По кругу. Так, смотрите, вот дохожу до маркера. И вот эти все петли надо провязать на лицевыми. Вот так за переднюю стеночку заходим, вот так в две сразу. И провязываем лицевой. Подтягиваем. Здесь тоже вот целиком вводим в две петли. И провязываем. И вот так провязываем все эти 10 петель, которые мы сделали двойных. Туго прям подтягивайте, чтобы дырочки здесь ничего не образовалось. И вот последнюю петлю провязали двойной. Все. И переходим на верхнюю часть носка. Вот здесь провязываем тоже все петли лицевыми. Вот эти 30 петель вверх носка. Так, довязываем верхнюю часть носка. Переворачиваем вязание. И двойные петли со второй стороны провязываем. Здесь немножко по-другому их провязываем. Вот. Смотрите, здесь мы их провязываем. Вот как петля идет, вот двойная петля. Мы с правой стороны заходим в обе петли. Вот. И провязываем. Вот здесь хорошенечко подтяните. Вот тут, чтобы не было дырочки. И снова повторяем. Вот. Вот таким вот образом заходим целиком в обе петли и провязываем все 10 двойных петель. Все, довязали. Это был один у нас круговой ряд. Далее просто по кругу провязываем дальше лицевыми петлями снова еще один сглаживающий ряд. Это мы провязали все двойные петли. И сейчас просто ровненько подготовим один ряд для следующего нашего вязания. Вот провязываем все петли снова здесь лицевыми. Вот, провязали. И теперь верхнюю часть носка тоже провязываем лицевыми. Здесь хорошенечко подтягиваем, чтобы не было дырочки. И провязываем. Все, довязали второй сглаживающий ряд. Да? Все, готово. Так, если мы до этого вязали от вот двойные петли туда-сюда, да, крайние петли, теперь и вот такой треугольник. Теперь треугольник должен на увеличение идти, поэтому сейчас мы будем от маркера двигаться. Если к маркеру двигались, теперь мы от маркера будем двигаться и по одной петле снова делать двойных. Но так как мы будем вязать туда-обратно, двойные петли будем сразу эти провязывать. Вот, довязали до маркера, да? Провязали одну петлю, развернулись, сняли петлю, перекинули, образовалась двойная петля, перекинули маркер, ниточку и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. До маркера. Вот, доходим до маркера, перекидывая маркер, провязываем еще одну петлю. После маркера разворачиваемся, снимаем эту петлю, перекидываем на себя, снова делаем ее двойной, перекидываем маркер и вяжем в обратную сторону.
Доходим, смотрите, вот до двойной петли. Мы ее снова провязываем так спереди лицевой. Провязали, подтянули. Следующую захватываем, еще одну петлю разворачиваемся. Снова снимаем, перекидываем, делаем ее двойной, вяжем изнаночными в обратную сторону. Так, довязываем до маркера. Смотрите, как здесь вот эту двойную петлю мы сзади вот так заходим, вот целиком в петлю и провязываем ее изнаночной. Провязали и захватываем следующую петлю изнаночной. Захватили, разворачиваем вязание, снимаем петлю, перекидываем на себя, делаем двойную петлю, вяжем в обратную сторону. И вот так повторяем, пока по краям у нас не закончатся все-все петли. Вот сейчас я еще раз покажу вам, как провязать. Вот доходим до маркера. В принципе, маркер тут уже не нужен, наверное. Лицевая, двойная петля. И вот как вы прошли двойную петлю, да, следующую петлю провязываете лицевой, разворачиваемся. Снова снимаем, перекидываем, двойную петлю делаем, вяжем в обратную сторону. Снова до двойной петли. Так, сейчас дойдем до двойной петли, еще раз я вам покажу, потом самостоятельно будете вязать. Перекидываем маркер. Здесь вот у нас обычная изнаночная петля, вот она двойная петля, снова вот так сзади. Заходите, провязываете ее изнаночной и следующую изнаночную, разворачиваетесь, снимаете, перекидываете на себя и вяжете. И все, и вот так вы вяжете, пока у вас по краям не вывяжутся все-все петли. Итак, довязываем. Так, смотрите, вот я закончила вывязывание пяточки. Вот здесь у меня вот двойная петля, и с этой стороны двойная петля, и далее переходим на круговое вязание уже. Все, заканчиваем. Вот у меня здесь вот петли уже. Я иду с последней вот петли, когда я разверну двойную, сделаю вот здесь вот. Обязательно вот здесь хорошо прям подтягивайте двойные петли, чтобы не образовалось дырочки. И смотрите, вот здесь мы провязываем двойную петлю и переходим уже на круговое вязание. Сейчас я буду вязать просто по кругу длину носка. Я думаю, здесь понятно, да, что просто начинаю вязать по кругу нужную длину носка. Вот эту двойную петлю я уже показывала, как провязывать, вы поймете. Далее такой момент. Вот у меня идут полосатые носки. Вот что у меня получилось. Я распределила полосы таким образом. Например, здесь вот одна оранжевая, да, потом две, один оранжевый ряд, два оранжевых ряда, три, четыре, пять, шесть. А зеленый цвет я наоборот от шести, шесть, пять, четыре, три, два и один ряд. Ну, это если вы захотите точно такие же полосы. Далее вывязываем длину носка. И далее будем делать убавление для мыска. Все, здесь все легко и просто. Клина подъема здесь нет. Вот мы начинаем вязать просто по кругу. Я думаю, с этим вы уже справитесь, да? С вывязыванием носка по кругу. Так, вяжем по кругу и далее потом покажу, как убавить на мыске. Ну, на мыске тут самое обычное убавление. Я думаю, все уже его знают, но я все равно покажу. Итак. Довязываем длину носка. Так, смотрите, я довязала до нужной мне длины, до мысочка. Вот так у меня получилось. Как вязать полосу, у меня есть на канале мастер-класс. Постараюсь оставить вам ссылочку. Так, вот так это выглядит по подошве. Сейчас я вам скажу. У меня где-то на длину 24 сантиметра. Примерно это размер 38. Поэтому я вот здесь вязала. Так, 17, ну, где-то 17,5 получается сантиметров, вот, и буду вывязывать мысок. Так, мысок теперь
Высокую такой ленточный. Закрытие не иглой у меня получается, вот, а стянутое. Сейчас мы будем убавлять вот вместе с вами петли на мысочки. Так, вот у нас начало ряда. Зеленую нитку я уже отрезала, она нам не нужна. Буду вязать оранжевым цветом. Сейчас я покажу. Один ряд делаем убавки, один ряд вяжем без убавлений. Провязываем первую петлю лицевой, вторую петлю с наклоном влево. Поэтому вот правая стенка перед работой, мы ее разворачиваем одну и вторую петлю. И вот за заднюю стенку провязаны две петли вместе, и они получаются вот так с наклоном влево. Вяжем дальше лицевыми петлями, не довязываем 3 петли. И будем тоже делать убавление, только с наклоном вправо. Так. Практически уже довязала, чтобы не занимать сильно ваше время. Вот. 3 петли. Здесь правая стенка петли перед работой, поэтому мы просто вот так 2 вместе спереди за переднюю правую стенку захватываем, провязываем и вот 2 петли вместе с наклоном вправо и лицевая. Так, здесь точно так же вяжем вторую сторону. Это верх носка получается у нас то же самое. 1 лицевая, вот эти петли, видите, правая стенка перед работой, нам надо с наклоном влево, чтобы было, поэтому мы разворачиваем эти 2 петли и провязываем за заднюю стенку 2 петли вместе, все, с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Вот, довязала, да, 3 петли, вот. Здесь просто за переднюю стенку берем вот так. И 2 вместе провязываем с наклоном вправо. Подтягиваем хорошенечко. И еще одна лицевая. Все. Вот такие, вот этот ряд вот так вяжем с убавками. Следующий ряд мы провязываем весь ряд по кругу лицевыми петлями. Все вот так просто. Вяжем лицевыми и повторяем эти 2 ряда, пока у нас, сейчас я скажу, вот здесь вяжем просто лицевыми по кругу, следующий ряд вяжем с убавлениями, потом лицевыми по кругу, потом ряд с убавками, пока на одной и на второй спице не будет по 12 петель. Вот провязали одну сторону. И смотрите, вот довязываем сейчас вторую сторону. Потому что вот у нас начало ряда, ниточка. Пока здесь не будет 12 петель и здесь не будет 12 петель. Сейчас я это провяжу и покажу дальше. Так, смотрите, я довязала здесь. У меня 12 петель и здесь вот 12 петель. И один ряд просто лицевыми петлями. Теперь мы просто все петли вяжем по 2 петли вместе. Вот берем. И за переднюю стенку провязываем по 2 петли вместе. Вот у нас здесь теперь 6 петель на одной спице. Вот 6. Разворачиваемся и вяжем на второй спице тоже все петли по 2 вместе. Теперь и на этой спице у нас 6 петель. Вот 6. Далее следующий ряд вяжем лицевыми петлями по кругу. Вот эти 6 петель провязываем лицевыми. И
И с этой стороны тоже провязываем все петли лицевыми. А в следующем ряду снова провязываем по 2 петли вместе. Вот здесь провязываем 2 петли вместе, снова вот так за переднюю стенку. И останется у нас здесь только 3 петли. Провязал. И с этой стороны тоже провязываем по 2 петли вместе. Берем за переднюю стеночку и провязываем по 2 вместе. Все, убавки у нас получается закончены. Теперь у нас осталось только, вот смотрите, 6 петель. Отрезаем нитку. Отрезали. Берем иголку и стягиваем. Так, где у нас тут начало? Вот первые 3 петли. Вот мы закончили. И вот эти 3 петли снимаем. Раз, два и 3. Сняли, подтянули. И теперь вот эти еще 3 петли. Все вот так. Раз, два и 3. Все. Закончили заняли. Вот эта нитка вот тут вот так подтягиваем, чтобы вот это затянулось. И вытягиваем. Все. И еще раз пропускаем через эти же петли нитку. Вот иголочку. Чтоб ничего у нас не разошлось. Пропустили. Все. Убираем нитку, запуталась. Выводим на изнаночную сторону. Вот видите, вот у нас закрытие мысочка. Мы его выводим на обратную сторону и фиксируем узелком. Несколько раз. Раз. И еще раз. Фиксируем. Все. И прячем здесь где-нибудь ниточку. Длинные кончики можно убрать. Вот такие я еще 1-2 сантиметра оставляю на всякий случай. А остальные убираю. Вот эти нитки, вот они. Я вот здесь связываю. Ну, если вы тоже вязали двухцветным из остатков пряжи, у меня были остатки пряжи, я их хотела пристроить, но еще все равно остались. Так, вот эти кончики, вот, делаем их одинаковыми. Теперь вдеваем в иголку оба конца. И вот в эту манжету их прячем. Прям в серединку вот эту вот. Внутрь. Туда иголочку вот так продеваем, продеваем. Вот внутрь. Так подтягиваем. Нитка была внутри. Все, спрятали. И вот здесь еще у нас зеленый кончик остается. Мы его подтягиваем. Его тоже надо зафиксировать нам, чтобы он тоже не распустился. Так, все вдели. Ну, тоже берем и вот так вот узелочек делаем. Поддеваем здесь. И узелочек делаем. Ну, и тоже прячем здесь ниточку. Тут тоже не распустилось. Все. Если сильно длинный кончик, можно его отрезать. Все. Следочек готов. Вот. Вот такой у нас получился. Сейчас я постираю
И все. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс, и вы обязательно тоже свяжете вот такие вот слитки. Ну и всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.